Праздничные спортивные мероприятия, приуроченные 85-летнему юбилею города Хасавюрт, стартовали в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арадеш». Отделом по физической культуре и спорту города Хасавюрт был проведен ряд мероприятий. Турниры по таким направлениям, как тхэквондо, бокс, волейбол, страйкбол, мини-футбол и легкая атлетика. Спортивный фестиваль, посвященный 85-летию нашего города. Принимали участие все 10 детских и юношеских спортивных школ, школ Олимпийского резерва и просто горожане. Участвовали вузы и СУЗы наших городов при совместной работе с Комитетом по делам молодежи, с Асият Арслан Алиевой. Мы провели, вот их волонтеры, проводим мероприятия, которые, значит, доставляют удовольствие большое и для детей, и для нас самих. Это очень большой праздник. Около 300 детей было задействовано в ряде спортивных состязаний, турниров и соревнований, а также показательные выступления от артистов Дворца культуры «Спартак». Вся тематика концерта была акцентирована именно на поздравлении нашего города, так как Хасавюрту исполнилось 85 лет. Своих воспитанников на физкультурный фестиваль представили такие школы Олимпийского резерва, как Шамиля Умаханова, «Спартак», Мавлета Батырова, футбольный центр «Победа», детская юношеская спортивная школа городского управления образования Сайтиева и Гайдарбекова. Кстати, финалы северной зоны Дагестана по боксу, которые проходили в зале стадиона «Спартак», также приурочили к этому празднику. Вчера боксировал с кизлярским боксером и выиграл. Сегодня тоже прошел финал и выиграл кизлюртовского боксера. И, кстати, сегодня день города Хасавюрта. Я хочу пожелать всем удачи, благ. Поздравляю всех хасавюртовцев. Арсену Карагишиеву 14 лет. Юный спортсмен старался выложиться по максимуму на турнире, так как ответственность максимальная. Это отборочный этап на чемпионат Дагестана. Тем более, как отмечает боксер, приуроченный юбилею северной столицы Дагестана. Это для нас праздник и финальный день, и вот соревнования – это праздник. И сегодня он двойной праздник. День города и финал первенства нашего. Конечно, мы от команды боксеров, от тренеров, я хочу поздравить наших горожан с юбилеем нашего города, пожелать благополучия, успехов всем руководителям организации за ту работу, которую проводили эти дни в городе, на стадионе. Арслан Дациев, Расул Гаджиев, информационная программа «Полюс».